Я второй раз приехала на школу НКО, школу тренеров НКО, которую проводит Архангельский центр социальных технологий «Гарант». И принимала участие в тренинге, который назывался «Привлечение ресурсов НКО». И очень рада, что вот сейчас по управлению тренинг. Я хочу сказать, во-первых, что тренинг – это, во-первых, бонус определенный, да, и участвуя здесь, мы получаем аванс на то, чтобы потом эту работу проводить на своих территориях. Возвращаемся с конкретными приемами, инструментами, нам дают очень хороший методический материал. Здорово, что здесь принимают участие представители и лидеры некоммерческого сектора со всей России. Поэтому это, во-первых, обмен опытом, во-вторых, это действительно очень хорошая методическая база, потому что я в своей, как говорится, за свою достаточно долгую жизнь уже участвовала в многих тренингах у себя в регионе. И хочу сказать, что, вот, на мой взгляд, такого добротного методического материала, ну, я что-то не припомню в своем опыте.